Всем привет! Сегодня снимаю видео о том, что я продала на eBay. У меня сегодня 8 посылок, и я одну из них продала. Это вот эту коробку, полную машинок. Здесь 135 машинок. Я их все нашла на свалке. Эта коробка очень тяжелая. Она весит всего 10 паундов. И получается, я заплатила за все это где-то 6 долларов. Продала я это за 50 долларов. И очень удобно, если что-то тяжелое, посылать в Flatrate Box. Это, если помещается в эту коробку, то очень удобно, потому что она одна и та же цена. Вот написано здесь где-то Flatrate Box. Это с Medium, да. Medium Flat Rate Box. Это значит, что это где-то получается 15 долларов покупатель заплатил. Несмотря сколько оно весит, если помещается в эту коробку, оно будет, будет 15 долларов за пересылку. Вот, значит, сюда я всех их поместила. Продала за 50 долларов, плюс они заплатили пересылку. И да, буду отсылать. Еще продала я эти наборы Лего. Один и тот же человек купил два набора сразу. Каждый стоит по 30 долларов. Это у меня, я раньше их продавала на Amazon. И сейчас перевожу товар на eBay. Здесь такой, просто такой набор. Складывается этот фигер. Disney Star Wars. Два одинаковых. Новые в упаковке. Получается 2 за 60 долларов. Плюс пересылка. Еще продала я эту игру. Это такая игра для одного человека. Развивающаяся. Это на логику. Так и называется Титаник. Вот здесь показано, как там надо строить эти кораблики. И все такое. 4 разных levels. Продала за 19 долларов. Плюс пересылка. И да, новая в упаковке. Продала я набор инструментов. Наконец-то уже. Думала, уже надо цену сбавлять или что. Они немножко ржавые здесь. Ну, тут можно это почистить, эту ржавчину. Еще есть оригинальная коробка. Это вроде бы для тормозов, чтобы, когда тормоза меняешь, использовать вот эти инструменты. Купили их за 25 долларов. Плюс пересылка. Craftsman, вот эта фирма Craftsman, хорошая фирма, у них бывает хорошая гарантия тоже, и если что там поломалось, то можно сдать и новое, и сдаешь, и тебе дают другое, если он перестает работать. Да, Craftsman, это уже, конечно, такая винтажная упаковка, пожелтевшая, но все равно кто-то, кому-то надо, кто-то купил. Еще продала я вот эти лампочки. Это для машины. Bright White Xenon Look Philips. Лампочки в хорошем состоянии, как новые, но коробка открытая. И да, потому что коробка открыта, она была дешевле, конечно. За 12,99 плюс пересылка. Да, такие лампочки H7. Продала я эту зубную щетку. Это электрическая зубная щетка. Заряжается от розетки. Вот так вставляется. И продала за 18,98. Новую в упаковке. Долго продавала. Наверное, 2 месяца продавала. Ну, может быть, для кого-то это недолго. Но да, наконец-то продала.
Продала я вот эти карточки. Здесь 12 карточек покемона. Они идут из... они были в еде. Ну, не в еде, а обычно, когда детский... Покупаешь детский мил, то есть Happy Meal в Макдональдсе, то там кладут игрушку, да? И в этот раз были карточки. Это за 3 раза эти карточки. Мы, конечно, не коллекционируем этот покемон. Решила поставить на продажу. Продала за 15,95. И здесь эти карточки новые, здесь 12 штук, я уже говорила. И кому-то надо, наверное, кто-то коллекционирует. Да. И за сегодня последняя продажа, тоже очень интересная продажа. Продала вот эту карточку. Это спортивная карточка, бейсбол. Одну отдельно ставила на продажу, потому что я думала, ну, выяснилось, что она что-то стоит отдельно продавать. Его зовут Вилем Майес, это игрок такой. Продала за $50, плюс они заплатили пересылку даже. Это где-то за 50-е годы, если я не ошибаюсь. Да, тут информация немножко о нем. Карточки номер 5. И тоже сколько, что он там достиг, написано. Да. Вот такая ерунда. Думаешь, такая ерунда? А кто-то коллекционирует такую ерунду, да? Вот, получилось даже заработать деньги. Я уже продала другие карточки. Еще мне другие еще стоят на продаже. $50. Хорошие деньги. Я отсылаю сегодня 8 посылок. Продала я этот набор. Это новогодние стеклянные игрушки. Они уже винтажные. Интересно всегда продавать что-то новогоднее вне сезона. Здесь 11 игрушек. Одно место тут не заполнено. Они все разные. Не все с этого же набора. Есть вот снеговик. Такой, наверное, стеклянный. Тоже колокольчик, который не с этого набора. Шарики вот такие. Продала за $12. Наверное, надо было дороже сделать. Ну, уже так, как есть. Ничего. Они заплатили дороже за пересылку, чем за сам набор. Да, здесь я их буду паковать аккуратно. Ну, каждый, наверное, заверну в бумагу, чтобы они не побились. Но они еще находятся в таком хорошей коробке. Ну, хорошо. Все равно надо аккуратно паковать, чтобы хорошо дошли. Да. Продала. Новый год уже закончился, но все равно люди... Наверное, коллекционируют винтажные игрушки. Да, $12. Продала я такую тарелочку. Такая небольшая тарелочка. Я ее уже продаю, наверное, 2 месяца. Ну, наконец-то продала. Заплатили за нее $20 плюс пересылка. Здесь написано Fima di Ruta Italy. Это Италия. Глиняная тарелочка такая, очень красивая, ручная роспись. Есть там другие еще тарелочки, я видела в продаже, разные там даже есть, и соль и перечница, и даже кувшины вот такие есть с такого набора. Да, хорошая продажа, кстати, я его, помню, на свалке купила недавно, ну нет, уже сколько, 2 месяца, да. Нашла. Да. Наверное, кто-то купил к своему набору. Продала я вот эту машинку. Это новая в упаковке из мультика Cars, то есть тачки. Я этот товар выставляю на продажу, который у меня был на Амазоне. Я оставлю ее сейчас на eBay. У меня еще осталось несколько коробок всяких вещей, которые в гараже надо перебрать и выставить на продажу. Здесь я ее продала за 15,95. Бесплатная пересылка. Значит, получается, будет минус $5. Получается, я где-то заработаю $8 на этом. Да, у меня еще осталось таких
5 машинок. Так что надеюсь, что я потихоньку каждый их продам. Да. Продала я наборы вот этих человечков. Здесь 32 штуки. Они такие все разные. Есть разные вот пираты. Или кто это? Найт, рыцари. А есть даже детки маленькие. Здесь из разных наборов. Это Playmobil. И Playmobil, они... Это германская такая компания, которые делают игрушки. Очень, кстати, качественные игрушки они делают. Они, у них там есть и домики, и равномашинки есть, и вот такие человечки. Я их потихоньку собирала на свалке. Каждый раз по несколько штук находила. И потом складываю в коробку, и потом все кучи так продаю. Продала все за $35. И да, недавно выставила на продажу, наверное, несколько дней. Тут и мне где-то еще есть, мне надо найти, тоже выставить на продажу. И люди обычно покупают, потому что они некоторые такие наборы есть, которые коллекционные, и они собирают. Тут есть домики, игрушки. Да, то, что этот пират такой. Да, здесь 32 штуки. И да, они очень легкие, конечно, были. Не знаю, сколько я заплатила за них. Может, 50 центов, может, даже меньше. И продала за $35. Вот это интересная продажа. Это чипсы из казино или фишки, как правильно говорить. Это настоящие чипсы, которые играют именно в покер, там, в блэкджек, в казино. Это из Лас-Вегаса. Казино называется Luxor Las Vegas. Они сами по себе стоят каждая $1. Ну, тут написано $1. Здесь 5 штук. Я их продала за $20. Это в том, наверное, случае, что они уже, скорее всего, что винтажные, потому что они нету, наверное, не в обиходе. Нет, сейчас не используются. Но если вот прийти в казино и заплатить $1, тебе дадут такую одну чипсу. Вот. Оригинальная цена была за все $5. Но я продала за $20. И меня еще спрашивали, если есть там black light feature, и это, оказывается, если посветишь там темным цветом, таким фиолетовым цветом, и тут должна отражаться какая-то эмблемка на чипсе. Это как они узнают, если это настоящий или нет. Но я не знаю, как это проверить, потому что у меня нету такого синего цвета. Или черного цвета. Света. Ну ничего. Я их недавно нашла на свалке. Заплатила несколько копеек, наверное, за них. На вес они вообще ничего не весят. И продала за $20. Окей, продала я еще вот этот набор. Это такое что-то связано с электрикой. Это называется Cat 6 Jacks. Компания Leviton. Здесь 25 штук. Это коннекторы для телефона или для интернета. Вот такие они все новые. Новые в упаковке. Продала за $25. И бесплатная пересылка. Надо отменить $5. Когда-то давно я это на свалке нашла. Окей, продала я еще вот эту книгу. Здесь схемы для вышивки. Здесь 7 разных схем. Вот была старая цена $6. Продала я за $15.95 плюс бесплатная пересылка. Я, наверное, буду отсылать его или в First Class, или Media Mail. Где-то будет $4, чтобы отослать эту книгу. Такие схемы. Она уже винтажная. Видите, написано 90-й год. Да. Это связано с войной. Civil War. Какая-то война была. Civil War. Да, это Civil War. Такие разные схемы. Да. Тоже неплохая продажа. Я уже другие схемы продала отдельно, а это одна осталась. И последнее, что я сегодня отсылаю, это вот эти маски.
Это для воды, для бассейна. Детские такие маски. Один в стиле Iron Man, а другой в стиле Incredible Hulk. Такие Avengers. Продала их двое вместе за $20 и плюс пересылка. Это я тоже помню, давно уже на свалке нашла эти маски. Продавала на Амазоне, продала на eBay, на eBay поставила, продала на eBay. Да. Не так дорого, но я так. Обычно я вещи продаю, чтобы быстрее продать. Немножко дешевле делаю, чем обычно. Ну ничего, тут тоже немножко зарабатываю. Я сегодня отсылаю 4 посылки. А продала я вот этот мячик. Это уже такой винтажный мячик. Это компания Nerf. И вот эти такие мячики, которые такие мягенькие, они коллекционируются, оказывается. Но этот в очень плохом состоянии. Если бы он был, конечно, в лучшем состоянии, было бы дороже. Продала за $25. Бесплатная пересылка. Где-то будет у меня $5, чтобы отправить это. Получается, ну, будем считать, что $20 продала, минус 12%, что там eBay снимает. А, да, такой мячик, он уже, конечно, сильно, это, сильно уже использованный. Ой, и да, ну все равно кто-то купил. Даже не знаю, почему они их коллекционируют. Я знаю, что этой компании Nerf пистолеты тоже продаются, игрушечные пистолеты, но мячики тоже, оказывается, да. Продала я вот эти насадки, две сразу, ну, они вместе так и их продавала, за $45. Это Dyson, пылесос Dyson V6. И это насадка, чтобы для полов, это чтобы мыть полы. В хорошем состоянии, почти как новая такая запчасть. И плюс такая щетка, тоже одевается, фирма Dyson. $45, и плюс они заплатили за пересылку. И да, буду отсылать. Недавно я показывала в обзоре это. Продала я этот пульт. Это пульт от игрушки. Такой есть робот. Такой большой. И он... люди купили. Кому-то, наверное, понадобился. Здесь... Надеюсь, что работает. Ну, кнопочка зажигается, значит, работает. Продала его за $28. Вроде бы, да. И... Бесплатная пересылка. Такой пульт. Продала я лампу для проектора. Название Dell. Такой есть Dell проектор. Новый в упаковке. Продала за $35 плюс пересылка. И тоже недавно нашла на свалке и быстро продала. Буду отправлять. Сегодня у меня только одна посылка, но я продала этот чайничек. Кто помнит, когда я его нашла на свалке? Это чайник, это не лампа. Кто-то говорил, что это масляная лампа. Но нет, это чайник. И я его продала за $45. Это сделано из глины, только нету крышечки. Может быть, если была бы крышечка, может быть, два раза дороже бы его продала. А, ну ничего, они еще плюс заплатили пересылку. Где-то $20 за пересылку заплатили. Видно, что он сделан, это ручная работа. Внутри даже там такое блестит. Они, наверное, чем-то покрыто внутри, видно, что так блестит. А, да, вот тут разные... Разные цвета даже, вот видите, с этой стороны, а потом вот тут вот так даже переходят другие цвета. Интересный такой чайник, никогда такого раньше не видела. Ну,
фильма, один экземпляр, скорее всего. Да, хорошо, продала $45 и буду отсылать сегодня.